Следующие выпуски смотри первым и без рекламы на iTube. Ссылки в описании. Пусть выйдет тот, кто готов отстоять свою честь. И сразиться со мной в честном бою. Ибо пришло время узнать, кто способен вынести мою мощь. Давай выходить сюда, давай. Мужик, все нормально у тебя? Ну, наконец-то ты пришел. Я ждал этого славного боя. Можешь позвать кого? Я живу здесь. Хочешь крови? Так пойди и возьми. Ты больно, что ли? Успокойся, мужик! Хер ты делаешь? Я тебя трогал? Я тебя трогал? Ебанул ты, что ли? Не протекай, мужик! Это не я был! Это не я! Я тебе говорю, это не я! Я тебе что сделал? Похороните его со всеми почестями, чтобы боги видели, что он пал смертью храбрых. Ибо этот воин... Да долбоящер какой-то! Вот я его и стукнул! Тут люди, соседи, блин! А этот вон, смотри, какой он! Я говорю, алкаш, алкоголик, конченый, конченый он! Ну все, сейчас полегчает. Давай, вставай! Дорогой, идем. Сейчас дай. Мы выбрали тебя, потому что ты наш лучший агент. Спасибо за доверие. Что мне делать? По прилету возьмешь неприметное такси и поедешь по указанному адресу. Выйдешь за 3 остановки до указанного места, чтобы сбросить хвост. Далее следуй инструкциям. Они приведут тебя к секретному штабу. Принято. Будет сделано. Ноль, три, четыре, пять, шесть, один, два, один, два, один, два.
Агент K313 для выполнения нового задания прибыл. Рад тебя видеть, сынок. Я вас, сэр. Иди сюда. Молодец, что приехал. Пойдем, я тебе подробнее расскажу о твоем новом задании. Поработаем вместе, как старые добрые. Карлос Родригес, международный террорист. Более известен как Эль Капитано. Обвиняется в крупном сбытии наркотиков, похищении людей и терроризме. Мы наблюдаем за ним уже более 6 лет. Да, я слышал про этого ублюдка. Так вот, твоя задача внедриться в его окружение. Ты будешь двойным агентом. Ты должен 2 года работать под прикрытием шлюхой в его любимом борделе. И докладывать нам... Простите, что? Я говорю, ты должен доставлять нам всю информацию. Каждый раз после секса ты должен задавать ему наводящие вопросы. Подождите, я что-то не понял. Сынок, я понимаю твое недовольствие. Если ты думаешь, что деньги за секс мы будем забирать себе, это не так. Ты можешь оставлять их себе, и это твои честно заработанные бабки. Мне кажется, вы меня сейчас не... Подожди. Окей, окей. Я тебя понял. За минет и анал будут отдельные премии. Кэп, я не хочу быть шлюхой. Мы знали, что ты откажешься. Не хочешь быть шлюхой? Не будь ей. Вот и не буду. Можешь трахаться за подарочки. Мы живем в современном обществе, я думаю, тебя никто не осудит. Кэп, я не буду трахаться с мужиками. Трахаться с мужиками не придется. Ну вот и все. Только с одним мужиком. Карлос Родригес. Кстати, тебе нужно будет завтра сдать кровь. Зачем? Как это зачем? Мы же отрежем тебе члены и пришьем вагину. Какую нахрен вагину? Хорошую. Качественную, из Германии. Шеф, почему я? Ну, возьмите другого агента, я не буду. Мы рассматривали всех агентов нашего штаба. Но, к сожалению, у них нет желания. У меня тоже нет желания. Подожди. Алло. Да, господин президент? Он сидит напротив меня. Конечно, он согласен. Он справится. Это наш лучший агент, я доверяю ему как собственному сыну. Вы придумали отличный план. Он все сделает. Да. Служу Отечеству. Президент. Вы только что сказали президенту, что я согласен. Кэп, у меня есть семья, жена, дети, вы в своем... Мы о них позаботились. Мы свели твою жену с молодым миллионером, и прямо сейчас они летят в самолете в сторону Бали. Тем более он уже 1/2 года дарит дорогие подарки твоим детям, и они о тебе даже не вспоминают. Не переживай. Родители? 8 месяцев назад твои родители похоронили тебя. И в скором будущем они получат твой орден храбрости. Посмертно. Сынок, не переживай. Всего лишь 2 года ты вернешься обратно, и мы пришьем тебе твой член. А если миссия пройдет успешно, мы пришьем тебе аппарат побольше. Хороший такой. Из Германии. А? Сынок. Ёбана в рот. 3 года назад мы отправили в картель Карлоса Родригеса своего агента под прикрытием. Но уже как год он не выходит с нами на связь. Скорее всего, его вычислили и убили. Поэтому нам ничего не остается, как штурмом взять Карлоса Родригеса и найти нашего пропавшего агента K313. Это засада! Стоять, суки! Завалю любого! Не заходите сюда! Агент K313, это ты? Пошел нахрен, старый пердун! Теперь я Дженнифер! Не заходи, я сказала! Мы думали, тебя ликвидировали! Почему ты не сдал Карлоса? Да потому что я люблю его! Он единственный, кто заботился обо мне все эти 3 года! А вы, суки, даже ни разу не позвонили и не узнали, как у меня дела, твари! Карлос, беги, милый! Я его задержу! Стоять, суки! Ну вот,
Как и обещал. Побольше. Из Германии. Пришли. У нас даже денег нету, брат. Брат, ты мне доверься просто. Я сейчас все организую. В смысле организую? Короче, брат, я так 1000 раз сделал. Сейчас самое главное, нам нужно найти Татьяшек. Татьяшек? Брат, это все поймут то, что мы с тобой эскорт. Тише. Не так громко сейчас спалишь на здесь. Это вам вон от того столика. Кажется, я знаю, с кем мы выйдем сегодня. Мальчики, меня так рассмешили, знаете. Кстати, познакомьтесь, это Елена Степановна. Она, между прочим, в прокуратуре у нас работает. Ну зачем? Ну кому ты? Ну что ты? Ну пускай знают, с кем сидят. Ёшкин-кошкин. Меня Ленур зовут, а это мой друг Даниэль. О, прям Даниэль. Ну что, пить будем что-нибудь? Мартини, Лонг-Айленд, Дайкири, может, а? Не, мы не такие. Мы мартини не пьем. А что вы пьете? Водки. А, все, все, мы извиняемся, такие приличные мальчики. Так вы водочку пьете, да? Молодой человек, можно нам водочку с огурчиками, да? Смотри, смотри, эскортники. С чего ты решила? Может, они не эскортники? Стопудовые эскортники. Вон того смазливого, видишь? Я же его в инсте видела. Капец, у него там фотки. Каждую неделю где-то тусит, прикинь. То на Мальдивах, то на Бали. Еще на всех фотках строго один. И? Ну что и? Кто его фотает? Думаешь, родаки? Если родаки, тогда чего он фотки родаков не закидывает? Стопудово какие мерзкие, вонючие татешки его фотки. Ну что, мальчики, рассказывайте, где работаете? Здравствуйте, Татя. Не хотите купить своим парням сигареты? Да нет, наверное, не надо. Ну посмотрите, какие красивые. Грех будет их не угостить сигаретами. Что, будете, не? Да нет. Не надо. Ну и да ладно, блядь, не будут они. Давай, два, сделаем два. Давай, две пачки организуем. Ну, мать, ё-моё. Покурите, посидите. Ну, сидите. Так, сейчас тишина, блядь, заткнулись. Да, дорогой? Ничего, да, сидим вот с Еленой Степановной, задержались чуть на работе, ну. Сейчас, да, бумаги перебираем. Поздно буду, походу, ну. Я что ты орёшь, блядь, на меня, я не пойму. Что ты орёшь, блядь, начал орать, ты тоже характер, блядь, показываешь. Ты, слушай, ты что думаешь, яйца отрастил и все, что ли, блядь? В наших отношениях что-то поменялось, думаешь, блядь, ты не забывай. Кто тебе бабки дает на эти яйца? Не надо плакать, что ты плачешь? Зачем вот это вот? Да я тебе... Блядь, трубку бросил. Сука, вот типичный мужик, блядь. Петя Жулдуза, можешь подойти, пожалуйста? Да-да-да, Хадича Фархадовна. Смотри, сейчас летишь домой, короче. В тамушках всегда, блядь, в истериках разрыдался. Угу. Иди там пиво возьми ему, что он там любит. Возьми его кента по пути, Борю. Угу. Пускай они там вместе фифу покатают, чуть успокоятся, ладно? Разрулишь ситуацию? Все, хоп, сделаем, давай, шеф. Давай, Жулдуз, верю в тебя. Извиняюсь. Да, капец их будущих жен жалко. Да они, походу, на раз попробовали и затянули. Самое обидное, они даже не посмотрят в нашу сторону. На простых обычных девушек, как мы. Им все, вон, богатеньких татишек подавай. Ты что, гонишь? Нафиг их надо? Вот я бы, например, такого мужа себе не хотела бы. Надо найти такого обычного малолетку и воспитать его под себя, и все. Вот-вот, стопудов сейчас таких нет. И вообще, девственника бы. Че, гонишь, что ли? Девственников сейчас вообще нет. Сейчас каждый второй чпукается. Ну что, мальчики, титьки мять не будем, может, в караоке поедем дальше, угу. Больше? Если честно, в караоке не особо охота. Ну, давайте тогда PlayStation там. Да? Вот именно PlayStation можно было бы. Да не, я, наверное, домой поеду. Все-таки поздно, родители дома ждут. Ну, а ты че? Ну, я без друга не поеду никуда. Даниэль, можете я на секундочку? Да, поговорите.
Слушай, Абдулла, ну что ты начинаешь? Да нет. Да какая разница? Я тебе говорю, вот мы сейчас нормально поедем, культурно посидим. Ну вы же приставать будете. Да я тебе клянусь, никто тебе приставать не будет, господи. Посидим. Хотите, вы просто будете играть, а мы рядышком просто. Ну если поиграть, то можно чисто порубиться, да? Конечно, да, пойдем. Пойдем, мой хороший, ну что ты прям? Да. О, смотри, их уже уводят. Я же говорила, эскортники. Воу-воу, девчонки, что, может, познакомимся? А, нет-нет, спасибо, у нас тут просто разговор. А, ну окей. Капец, меня вот такие пацаны-шлюхи раздражают, которые вот-вот сами подходят и на шею вешаются. Капец, сейчас парни жестко испортились.